Сварщики, монтажники, каменщики, машинисты кранов, архитекторы и инженеры. В актовом зале городской администрации собрались те, благодаря кому на карте областного центра появляются новые дома, школы, детские сады, спортивные объекты. В преддверии профессионального праздника Дня строителя работников этой сферы и ветеранов отрасли поздравил мэр Белгорода Константин Полежаев. Строители нашего города всегда славились своим вкладом в развитие Белгорода в целом. Среди почетных граждан немало тех, кто относится к этой гордой и ответственной профессии. Это и фронтовики, восстанавливавшие Белгород после военных разрушений. Это и те, кто строил Белгород как центр новой области. И сегодня строители на первых ролях в работе и общественной жизни нашего города. Потому что труд каждого из вас важен для города. Строительная отрасль в областном центре развивается, несмотря на неоднозначную экономическую ситуацию в стране. В областном центре в год ежегодно вводится в эксплуатацию порядка 120 нежилых объектов. Сдается более 250 тысяч квадратных метров жилья. Особое внимание уделяется социальной сфере. Так, в этом году свои двери распахнул новый перинатальный центр, 3 детских сада. В городе строятся сразу 3 школы, 2 из которых сдадут уже в этом году. Стоит отметить и реконструкцию крупных магистралей, проспект Ватутина и улицу Орлова. Ведется капитальный ремонт многоквартирных домов, дворовых территорий. Руками строителей все, в общем-то, строится на благополучие страны. Это основа основ. Большой потенциал Белгородской области, профессионалов есть. Возрождается обучение новых кадров. В общем-то, приток молодежи пошел в строительство. И за строительством, безусловно, будущее. И оно поднимет и Белгородскую область, и всю страну. Тех, кто вносит вклад в развитие отрасли, сегодня отметили почетными грамотами и благодарностями администрации города, а также благодарственными письмами Департамента строительства и транспорта Белгородской области. Просто надо делать свое дело с любовью, и будет все хорошо. У нас сегодня в работе 2500 квартир. Именно благодаря строителям наш город развивается, наш город преображается. Социально значимые объекты очень много построено за последние годы. Конечно, это одна из наиважнейших, скажем так, профессий. В завершении торжественного собрания выступили лучшие творческие коллективы областного центра. Свой профессиональный праздник строители Белгорода отметят уже в это воскресенье. Татьяна Красикова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.